Еще одно упражнение для пресса. Ложимся, ноги согнуты на ширине плеч, ручки наверху. Поднимаемся, наверху выпрямляем спинку. Выпрямить, горбиться, лечь. Два, три. Вот такой у нас темп. Примерно 4. Делаем 20 раз. И на 20 раз нужно сгорбиться и до 10 посчитать в таком положении. Обязательно напрягая низ живота. Второй раз мы делаем все то же самое, только у нас ножки вместе. И мы чередуем поднятие ног. Вот таким образом. Правая нога. Левая нога. Правая нога. Левая нога. Потом на 20-й раз остаться с круглой спинкой, втянутым животиком в такой позе. 10 медленных счетов.